защитник второй группы «Мародер». Обе группы приближаются к Иль-Рояль. Ситуация. Террористы из Всемирного революционного фронта под предводительством Эрнандо Мендосы угрожают взорвать ядерный реактор. Цель задания – высадиться на остров и попасть в катакомбы. Оттуда можно добраться до подземного реактора. Гильотина, говорит защитник. Приближаемся к зоне высадки. Запрашиваю разрешение продолжать. Прием. Вас понял, защитник. Продолжайте. Всем быть начеку. В районе зоны высадки может быть враг. Удачи. Прием. Ну что, по коням! Внимание! Наша главная цель — захватить реактор. Дополнительная задача — добраться до архивов. Там есть документы, которые не должны покинуть этот остров. Мы вместе доходим до катакомб, затем разделяемся. Вперед! Вперед! Колфилд, Дальмакур, проследите за выходом с пляжа. Есть, сэр! Костакис, Маллиган, вы со мной. Буле, прикрой нас. Вперед! Вижу врага наверху! Буле, он твой! Отличный выстрел! Выход с пляжа заблокирован. Я установлю взрывчатку. Отлично, сержант! Пошел, пошел! Снайпер! Буле, доставай прицел, ликвидируй цель! Готов, сэр. Гильотина, докладывает защитник. Зона высадки захвачена. Колфилд погиб в бою. Запрашиваю новые приказы. Если мы разделимся, как планировали, в группе «Мародер» будет на одного человека меньше. Прием. Защитник, план не меняется. «Мародер» еще может выполнить задачу «Б». Защитник, приступайте к выполнению задачи «А». Прием. Вас понял, прием. Так, парни, вы все слышали. Действуем по плану. Дальмакур, ты и Костакис — «Мародер». Задача «Б» — это архивы. Найдите убежище 7 и захватите все находящиеся там документы. Учтите, эти ублюдки не должны знать, насколько важными являются документы. Рации старайтесь не использовать. Глупости не болтать. Выполняйте. Вас понял, сэр. Идем, Дальмакур. Все остальные, мы идем через катакомбы. Держаться вместе. Если отстали, двигайтесь по подземному комплексу реактора. Мы должны обезопасить активную зону. Как только это будет сделано, наши войска уничтожат этих ублюдков. За мной! Защитник выжа, группа «Защитник» отправится к подземному реактору. Цель задания — пройти через катастрофу.
Выходим! Сержант Булет, и впереди! Понял. Защитник, новая информация. У нас есть основания полагать, что противник собирается эвакуировать себя. Повторите! Гильотина! Прием! Не понял вас, защитник. Повторите. Сэр, скала создает помехи в радиосвязи. Ха. Ладно. Буле, кто-то должен проверить путь до входа в катакомбы. Пойдешь ты. Вас понял, сэр. Если противников будет слишком много, отступай и свяжись с нами. В противном случае, иди до заброшенной тюрьмы, там свяжись с гильотиной. Мы пока останемся здесь. Жалкая попытка задержать нас, сэр. Подвигаемся, прием. Осторожно, тут могут быть змеи. Долго блин. Капитан, я перешел реку. Как слышите меня, прием?